SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Привет, Баскет. Джуси Джей. Как я к нему могу относиться? Это легенда. Ты как Баскет. Работаешь, красавчик. Снимаешь клип кому-то? Oh man, god damn. Районов ничего не шепчут, брат. Все то же самое. Те же самые лица, блядь. Все то же самое. Ничего не происходит нового. Казахстан. Русский, да. Кристиан Кражмиров. Унику де Болгария. Кому стас? Как ты, Кристиан? Bitch, my life is great. Hey. Bitch, my life is great. Hey. Привет, Ромик. Как ты? Как ты, Ромарио? Эй. Да, брат, это было оно. No sé, hermano, trabajando, escribiendo. ¿Y tú? ¿Quieres Ben? Dime algo, hermano, dime. Как у вас-то жизнь? У меня все супер. У вас-то как? Все нормально? Все на рэпе? Как у вас дела, ребят? Big love to Romania. For real. Bless. Soy el sol que llueve. Te lo juro, hermano. Диана, как там, что-то там. Диана Ахметова, передаю тебе привет. Ты бурно в моих соцсетях комментируешь. Респект тебе. Я слушаю много кого, Famous Dex не особо, но иногда бывает слушаю, да. Ты вспомнил Mos Def. Yeah.
передай привет, передай привет, передай привет. Всем привет передаю. Всем вообще. Ничего по поводу релизов не буду говорить пока. Вейп-тема так себе, по-моему, не? Вам нравится вейп? Ты спрашивал что-то баскет? Я пропустил вопрос. Бусета. Como estás, Бусета? Lil Mosey давно уже слушаю, хорошо делает. Молодой, прикольный, энергичный. Он здорово делает. Весьма. Да никто не будет срезать дреды, господи. И я выставил фотографию срезать или нет. Мне просто интересно было посмотреть на реакцию. Привет, Артемыч. Как ты, дорогой? Я просто сделал этот прикол. Я не собирался ничего делать со своими дредами. Сколько вы уже надоели с тупорылыми вопросами. Ну, братан, это жизнь, что поделать. Такова жизнь. Те же, наверное, родители говорили, что в этой жизни все будет не так, как ты захочешь. Точнее, не всегда будет так, как ты захочешь. Часто будет так, как ты не захочешь. Ребятки, я вас это, кто там, католики, не католики, с Рождеством вас поздравляю. Хотя вряд ли кто-то из вас католик. И желаю вам приятного времяпрепровождения. Берегите себя. Не попадайте в плохие ситуации. Научитесь дружить. Дружить — это хорошо. Давайте, пацаны, мир вам.